Волчок фирмы «Бутатехника». Диаметр режущей решетки 130 мм. Волчок имеет сепаратор для отделения жил от мяса, а также набор решеток диаметром 2, 3, 5, 8, 10 мм и шлифовочная решетка. Кольца переходные и специальный нож для сепаратора. Сейчас будет сборка волчка. Устанавливаем шнек главного привода. Шлифовочную решетку. В данном случае волчок собирается для работы с сепаратором. Сетка 12 мм. Специальный нож сепаратора. Решетка 1,5 мм. Все очень легко в размерах входит, не надо стучать никакими молотками. Сейчас ставим сепарирующее устройство. Установка сепаратора называется. Подзывная гайка, за счет ее регулируется количество, вернее не количество, а качество сепарации. Сильнее подтянули, больше жил пойдет, меньше подтянули, меньше. Транспортная трубка. Внутри волчка имеется еще один шнек, который питает шнек главного привода. Волчок имеет две скорости резания. В данном случае при сепарации работаем на малой первой скорости. Сейчас будет сепарироваться говядина второго сорта. Очень важным для производства колбас является качество резания мяса на волчках, потому что волчки часто уничтожают белок при резке. Там происходит не резание мяса, а его передавливание. Потом технологи спрашивают, откуда проблемы в колбасе после кутрования и варки. Проблема начинается с волчка. Чуть-чуть поджимаем. Пошла жила.
Жира в дальнейшем варится и используется в любых колбасах. Можно еще подтянуть, и тогда будет больше жира идти. Вот мы видим разделенная каждая струйка. Фарш режется, белок остается в нормальном состоянии. Изменение температуры фарша, максимально входящего и выходящего, максимально полградуса. Сепаратор убрали, сейчас волчок будет работать на решетке диаметром 3 мм. Первая скорость. Вторая скорость нет. На второй скорости при диаметре решетки 3 мм говядина второй сорт, производительность волчка примерно 200 час. Тоже качество резки. Разборка волчка после работы, все легко и просто. Специальный сейчас рычаг, толкатель, он выталкивает шнек и все решетки, сетки, ножи. Волчок может делаться вместе с загрузочным устройством. Все, все герметично, и опять нужно все обрабатывать санитарным раствором под высоким давлением.